Всем привет! Всем привет! С вами Женя. И я. Саша и я. Мистер Ку. И чашек, и кружек. Нажмите любую кнопку Александра, чтобы начать игру. Мы прошли 50%. Вау! Подожди, сейчас тебе Багмен соединится. Мугмен. Так, слушай, у нас чернильный остров 2, на котором остался один босс и одна пробежка за монеткой. Погнали на босса сразу. Клон Бэппи в эпизоде Луна Парк. Обычная сложность. Так, а мы не посмотрели атаки. Я посмотрю. Короче, Cuphead, кажется, это игра, которую надо проходить, не останавливаясь. Без перерыва. Да, потому что мы каждый раз заходим, и я каждый раз просто куплю как лол. Легкий босс. Пишут легкий босс. Поднимай. Я не ожидал, что ты будешь. Ты тоже. Не люблю форму. О, птичка. Да что ж такое? Я хотел переключить оружие. Сейчас я постараюсь не получать урон. Я ж выбрал. Ааа, сгорела шутка. Она снесла горелое яйцо. Слишком много заманек. Как ты дотянулся? Ой. Ничего. Нет. Слушай, нифига себе, как он выносится. Ой, и мы выносимся вместе с ним. Оху. А каруселька? Ну вот чего. Енчик, молодец. Это правда включается? Нет. Так. Пока что это самый лучший мой заход. Блин, хотела супер удар и не заметила подкову. Так, может у тебя получится. Жалко, что я не могу хотя бы как-то ему мешать. Так, чуваки. А, их можно убить? Ну, конечно. Он
клюв прям на тебя. Да. Да ну. Ча, блин, вот. Да. Отлично. Если Саша не пройдет этого босса, то я поставлю дизлайк. Блин, это будет справедливо. Почему ты меня не подняла? Я не подпрыгнула бы. Ты уже улетел, пока он там был. Я бы прыгнул так, чтобы достать. У тебя 3 их в жизни, ничего себе. А чё? Кто сказал, что на этой жизни? Блин, слушай, они продолжали бить. Кто? Ну там эти подковы, я думал. Бей его, бей. Одно хп, на что не годится. Да, полный консультация. Смотри, как он радостный. Вообще, до свидания! А, ну не так оно. Да ну! Ты молодец. Чё? Первый босс, которого победила я. Ура. Ей, 0202, прикинь. Уровень Б, наверное. Б. Ей! Мы ниже Бэшечки, мы не спускаемся. Да. Короче, на машинку ты не согласен, да? Да, но всё, я не хочу пока. Класс, клон Бэппи, контракт получен. Супер, и вместе с этим контрактом мы прощаемся с вами. И спасибо за просмотр этой короткой, мучительной серии. Всем пока!